Потом. Слово игроку. Пусть прокомментирует. Да, да. Матч, сама игра. Ну, снова было ошибок сегодня, то есть как все складывалось. Today was a good game, our first game. We was a little nervous, but you always get nervous when you your first game. But we came out there, we did what we supposed to do, and we finished strong. У нас переводчика нет. Ну, да. Кто-то переведет. Все? Да, да, да. Все, все. Ваш комментарий на игры сегодняшней. Старт чемпионата, как он для вас? Да, старт чемпионата. Добрый вечер всем. Старт чемпионата. Хорошая игра, да, победа. Поздравляю руководство клуба, поздравляю игроков. Ребята молодцы. В принципе, выполнили, можно сказать, процентов на 80 то, что мы договаривались. Очень как бы такая принципиальная игра, все знают дерби, да, поэтому как бы было тоже для нас непросто, тем более в таком как бы оновленном составе. Да. Поздравляю всех болельщиков с начала чемпионата. Думаю, что это будет хороший, интересный чемпионат. Очень много равных команд, думаю, что проходных игр в этом сезоне не будет. А так, двигаемся дальше. То есть, чего ты хотел после первой четверти? Как-то тоже перестроились, просто перестали терять мячи. Все, как бы, потому что сделали очень много глупых ошибок своих. Если мы в первой половине сделали 9 потерь, из которых было 4 сразу быстрый прорыв, и когда Петя там подобрали мяч, просто не разобрались немножко с Дериком, дал пас, вау, и после этого Одесса забивает, знаете, то есть тут немножко откорректировали, и во второй половине мы сделали одну потерю. То есть как бы, одна потеря за 20 минут игры, это очень хороший показатель. 10 потерь получилось за игру, как бы контролировали, и потому что если не сделали эти глупые потери в начале, то может быть немножко был бы больше отрыв в первой половине. Ну, знаете, как первая игра, понятно, он тоже достаточно молодой игрок, 23 года, всего это второй сезон для него, знаете. Мне очень нравится то, что парень с правильным пониманием. В каком смысле? Правильным пониманием своего будущего. Он понимает, что для того, чтобы добиться и пойти дальше, то ему нужно работать. Он хорошо работает в тренировках, и я думаю, что с таким же подходом, как он будет продолжать, то я думаю, что должно быть все хорошо. Вопрос на сайте Федерации Завадский присутствовал, и может сейчас присутствует, а его не было сегодня. Проблемы у Стаса со здоровьем, вот, поэтому на данный момент он отсутствует, и я думаю, что достаточно большой промежуток будет отсутствовать. Там сейчас разбирается врачи там, да, по его состоянию здоровья, поэтому не было. Хорошо. Спасибо вам большое. Спасибо вам. Спасибо. Всего хорошего. Пару слов по игре, общее впечатление, потом будет вопрос. Ну, довольно-таки неплохо начали игру, стартовали увереннее, чем закончили, конечно. Но не хватило нам сегодня где-то, наверное, сыгранности, даже прежде всего не по нападению, а по защите. Да, возможно, там не сильно хороший процент по нападению, но были такие, ну, недопонимания в защите, кто куда идет. И, думаю, защита сегодня как бы сыграла самую важную роль. Процент бросков тоже был низковатый, на хорошей позиции выходили. Почему ты не шел? Ну, не знаю, процент бросков это такое, сегодня хорошо, завтра плохо, поэтому надо смотреть прежде всего рисунок игры. Рисунок игры в нападении, ну, не знаю, как по мне, то, что рисовал тренер, мы пытались сделать, то, что мы как бы не завершили броски, но это завтра завершим, это как бы уже давно не все слаживается только с попадания в кольцо, а вот по защите мы пропустили 84 очка, я думаю, надо прежде всего на это смотреть. Как бы можно забить 68, можно забить 50, а пропустить 49, тем более дома, как бы, но 84 очка пропустить непозволительно, поэтому... Не справились Дэйком с их линейным? Да, играли несколько раз смены, несколько раз через больших забил, несколько раз через маленьких забил. Ну да, они справились, плюс Петров затолкал пару таких
важных моментов. Ну, вся команда Химика довольно-таки хорошо сыграла. Американцы выводили на свободные броски, так что сам Мальчевский свободные броски выполнял. И они заслуженно сегодня победили. Спасибо. Комментарий сегодняшней игры. Добрый вечер. Хочу всех поздравить с началом чемпионата. По сегодняшней игре, ну, нам предстоял очень серьезный соперник. Химик, вице-чемпион Украины. Сыгранная команда. Команда, которая катана в Еврокубках. И очень сложно с ней было играть, потому что у нас новый коллектив. 9 человек новых. Мы сыграли всего 5 игр. И нам как раз в предсезонной подготовке не хватило таких игр вот с такими соперниками. И сегодня заслуженная победа Химика. Но ребята моментами играли хорошо, моментами очень плохо. Поэтому будем работать над ошибками. Сейчас в раздевалке пообщались с ребятами. И как бы все настроены. Надо определенное время, минимальное. Мы хотим это быстро тоже сделать, постараться. То есть сегодня выпали некоторые люди, от которых мы ждали большего. Это легионер наш и еще пару человек. Минимум 3-4 человека сегодня не сыграли в полную силу. Ну, в ту силу, в которую они могут играть и от которой мы ждали от них. Ну, видите, подбор сегодня выиграли, очень плохой процент трехочковых у нас сегодня был. То есть Химик что делал чуть быстрее, чуть увереннее, чуть мастеровитее. Вот эти чуть-чуть, вот эти мелочи сегодня, которые и сказались на результате. То есть команда сыграна, и легионеры у них сегодня вот первый номер, да, задний, очень хорошо дал игру, и ему помогали остальные партнеры. Удачи вам в дальнейшем. Все, спасибо.